Так, приветствую, дорогие друзья на канале. Раннее утро, снег растаял. Все-таки выбрались мы на несколько часиков буквально так побегать. Ближайшее Подмосковье. Где-то у нас здесь церковь-то не вижу, покажу. Да я пошу, вон она, я в камеру не могу найти. О, вот она. Здесь у нас церковь. Сейчас покажу. Кто знает, может, узнает свои места. Там стоял завод «Линейка». Ну, тут Уголков. И Уголков, да. Ну, конечно, все застраивается коттеджами. Так побродим, может, что найдем. Вон первый сигнал. Три гильзы травмата. И 46-й, по-моему, рамочник. 46-й год, 20 копеек. Бил устойчивым 9. Ну, понятно, они так и бьют. Так что как-то так. Вот у нас церковь. Поль бароненая, липкая. Не, дискованная, дискованная, вон там прям видно. Ну, не бароненая, дискованная. Липкая, 3 тонны на ногах. Весело, фитнес. Фитнес по полной программе. Так, от машины вот отошли чуть-чуть буквально. Пока советы, да. Второй сигнал, тоже какой-то совет. 15 копеек. Рамка 40 какой-то. Идем дальше. А, ну здесь дороги были, вот так вот. Хотели залезть туда, вот где сейчас постройки. Но, к сожалению, там постройки. Там был такой не слабый узел дорог по Шуберту. Вот. Пришлось сюда уйти. Ямки есть много. Ну, находки пока есть. Ладно. Иногда мысли возникают. Лучше бы оно подмерзло, конечно, чуть-чуть сверху. Потому что так вот шлепать, как луноход, не всегда приятно. Ну, чем богаты, тем и рады, как говорится. Сигнал. Воду забыли сегодня, поэтому шоркать их не будем. Будем примерно определять. Как всегда, если что-то интересное, прикреплять фотки. Это копейка Николаевская. Вот. Мучить не будем. Пойдем сейчас вон туда сходим. Посмотрим. Так. У нас очередной советский мертвый монет. Пока Рожки. Ничего интересного. Ну да, ходить очень интересно. Нагрузка в 2 раза больше. Хорошо. Как написано на всем известной Викимапе, вот эта фабрика «Линейка Уголков», по-моему, умерла как раз-таки, ну, в раннем Союзе. В 80-х ее окончательно развалили. Попадаются советы в основном. Убитый. Ну, он не убитый, но он безумно грязный. Какого года я... Ладно, воду забыли. И это да. Я вышла со страшным чувством, что что-то забыли. Трояк какого-то неведомого года. Ну, его, судя по всему, эсэровский. Гирька еще там. Да. То есть, в принципе, империя это здесь должна быть. Ну, не в огромных количествах. И церковь рядом, и церковь старая. Старая. Все-таки прелесть есть поздней осенью ходить, конечно. Прохладно. Гнуса нет. Еще ноги не прилипали, было бы вообще хорошо. Да еще одна соединительная дорога шла между деревней и вот эта вот фабрика. У нас, ну, короче, 3 копейки 900 года. Так вот.
странное, на поле ни одного креста. Да, крестов нет. Да, красиво, когда утра, да, получается? Да. Странно, обычно вот она, дорога-то к церкви прямо. Ну да. Под звон колоколов. Свет появляется 20 копеек 61 года. Ну, вообще это не совет. Ну да. Так, друзья, уехали мы оттуда. Устали. Как на присосках ходишь. Сами понимаете. Остался час буквально, сейчас походим вот здесь, вот эту тропу повторял старую дорогу, судя по картам. Так, пробежимся, там находки были. Вот, ну, так, не пустые, слава богу. Ямок много, ну и сигналы попадаются. Тереть нечем, формат копейки к Терениной. Или капуста. Не, ну это не капуста, скажешь, копейка какая-то. Походим чуть-чуть. Вон она, туда дорогу уходила. Вот прогал. Видите? Вот туда. Так. Это капуста. Очередной сигнал. Капуста. 20 какого-то года. Александр Первого монет. 820 какого-то. Да. Ну, здесь нарост на них какой-то. Это нам помыть надо. А мыть нечем. Так, друзья, сегодня находились. Да, в общей сложности часа три, да. Ну что-то наковыряли, конечно, мало. По глине тяжело, здесь все выбито. Ну, это так. Ну, не наше парень. Торкнуло. Так, сейчас покажем, что найдем. Сейчас включусь. Советики, капуста. Две капусты. Это не капуста. Не капуста. Я думал, что это Катя. Нет, это не Катя. Это масон какой-то. Может, масон. Масон толстый был для масон. Ну, тут это... Ну, не знаю, крыло вниз. Да? Ну, хрен с ним, потом отмоем, посмотрим. Какой-то. Да это не эти, как Николаевские трешки такие. Трешка. 900. 8-й год. Вот эта копейка. У нас копейка какого-то 35-го года. Кусок. Неведомая хрень. Это кусок гирьки просто зализан. Это вообще непонятно что. Это порошок. Ну вот и все на сегодня. Как себе. Ладно. Да. Не, у меня какая-то шмурдина там еще в кармане валяется. Да, это полно. Что видео коротенькое. Сезон по чуть-чуть заканчивается. Но мы сейчас еще по лесам пройдемся. Время еще осталось. Да и здесь пройдемся по лесам. Вот московным, по ярославским. Время еще есть. Так что до скорых встреч. Всем пока.